Венера, 1 августа 2020 год, Харьков. 91 миллион километров до нее. Резво, как карта, посмотри. Через кадр пронеслась прямо. Да, получил видео по поводу того, как на Никоне 5000 гасить колебания при записи. Но смотреть буду прямо сейчас, пока не видел. Еще спасибо в любом случае. В комментариях отписались. Как этой чудо-техникой пользоваться, будем смотреть. Совершенно меня обескураживает то, что не вижу Меркурия. Хотя должен быть он виден буквально вот здесь. Никаких его следов, никаких его признаков не наблюдаю. Солнце сейчас будет вставать. Ну вот, просили тоже в комментариях снять утреннюю звезду, которая встает в 2 часа ночи. Ну вот на 50-й параллели по киевскому времени в 2 часа ночи. Над горизонтом стоит как раз вот эта утренняя звезда, которая на самом деле планета. Планета Венера и третий по яркости объект на земном небосводе после Солнца и Луны. Видно, что Солнце уже встает, тем не менее Венеру видно невооруженным глазом. Впервые, конечно, был в этом году в мае месяце удивлен крайне. Когда Венера была на закате, видно, на западе, после захода Солнца. И вот я при заходе Солнца выбрался поснимать, подготовить аппаратуру, направить на то место, где должна быть Венера. И с огромным для себя удивлением увидел, что Солнце еще не село, а Венеру уже можно снимать, она видна. Да, очень быстро перемещается. Сейчас попробую резкостью поиграться для полного. Эффекта. Ну ладушки, видно уже, что сильно освещена фаза Венеры. Это она, конечно, не затмевается какой-то планетой другой, а просто мы видим фазу Венеры как фазу Луны. Наблюдаем. То есть она освещена Солнцем с одной стороны. Меркурий, ты где, Меркурий? Ладно. Да нет, и сюда нет. Будем искать красоты утреннего неба. Под завязку, под финал, под конец съемки. И на том финишируем. Да, но тут уже не пойму фотоаппарат, что я от него хочу.
1 августа 2020 год. Харьков, 5 утра по Киеву.